Приветствую всех на календаре 29 мая 2018 года. И сейчас бы в 2K18 году бежать от городской суеты. И почему бы не заняться прокрастинированием в лесу? Потому что через 3 дня уже начнется лето. И 51-я годовщина альбома Beatles «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. Ну, это так вам, чисто информация. Это «Спектр Каст», рубрика, в которой я вам рассказываю, показываю что-то из жизни теперь, так как вам это стало интересно. И я решил прогуляться в лес, так как я живу в пригороде Нижнего, и мне есть где погулять. Соответственно, есть где записать для вас контент, не только домашний, что ли. И для сегодняшнего спектр-каста я выбрал тему под названием «Летняя прокрастинация» или же «Что делать в летние каникулы?». Честно говоря, не знал, как обсудить эту тему, потому что летних каникул у меня не было год, потому что год назад я и закончил свое учебное заведение и как раз-таки начал, можно сказать, работать спустя полгода. Ну, поняли, да? И знаете, на самом деле лето я ждал уже давно, чтобы выйти вот сюда и просто спокойно прогуляться. Давайте вам покажу, как у нас выглядит лесной оплот, массив, что-то типа того. Вот у нас такой массивчик, железная дорога, там сады. Хотел сначала, кстати, в сад прогуляться, но что-то подумал, да нахрена? Люди сегодня на работе, у меня выходной, и поэтому я могу отдохнуть в лесу. Итак, летняя прокрастинация. Если честно, то летние каникулы для меня оставались в школе. Школу я закончил 5 лет назад. Соответственно, толком летних каникул у меня не было уже давно. Потому что летние каникулы для меня — это 3 месяца, а не 2. 2 месяца у меня были в техникуме. Так вот, чем же заняться в летние каникулы в 2018 году, когда везде уже вовсю, даже самые маленькие школьнички балуются интернетом и не хотят выходить на улицу. Но я остался одиночкой к 20 годам, поэтому я могу вам порекомендовать, во-первых, как можно больше гулять. Вы не представляете себе, как тяжело мне было зимой, когда я работал, начинал работать, и, понимаете, я в свой выходной тупо сидел перед компом и там хлестал чаи горячие, потому что делать было нечего. Я не мог выйти на улицу, потому что там было, черт возьми, холодно. И теперь, когда лето, можно выйти прогуляться. Я специально ради этого взял вот телефон, взял листочек, объясню для чего. И решил просто прогуляться и просто поговорить с вами. Буквально час выделить, получается, на видеоролик, ну и просто спокойно пройтись по нашему лесному массиву, скажем так. Вот. Второе, чем можно заняться в летние каникулы, это, конечно же, подработка. Я понимаю то, что видео смотрят далеко не 18-летние, как подростки, да? Наверное, подростки. И очень часто в группе подслушано в ВК. Я постоянно вижу, что подработку ищут дети даже 13-14 лет. Но понимаете, это такой возраст, когда тебя могут взять, дай бог, разносить листовки. И это, кстати, все равно здорово, потому что, во-первых, ты скопишь денег за лето. Лето для учащегося – это идеальная возможность для того, чтобы скопить хоть немного денег. Вот серьезно вам говорю. Просто чтобы скопить денег. Это на самом деле здорово. Дабы там осенью, когда вы пойдете опять в какой-то там класс или на какой-то курс, у вас будет НЗ деньги. И вы купите то, что захотите. Например, если вы такой же ПК-боярин, как я, вы, например, можете что-то обновить в своей системе, чтобы в новом учебном году, когда дело дойдет до досуга, вы могли бы себе что-то купить. Например, там, не знаю, жесткий диск хотя бы обновить, да? Ну, что-то вроде этого. То есть подработка раз, это не факт, это раз. И второе, это гулять побольше. Конечно, рекомендуется гулять с друзьями, это понятно, но, как я говорю, в моем случае я одиночка, поэтому, ну, иногда так бывает, может, с родственниками погуляю, что-то типа того. Что еще посоветовать? Наверное, самореализация какая-то. Могу напомнить то, что в 2012 году
именно летом, я завел YouTube-канал 6 лет назад и начал делать видеоролики. Это произошло летом, потому что мне было нефиг делать. YouTube тогда развивался активно, и мне просто было настолько делать нефиг, я решил себя попробовать в качестве видеомейкера, что-то типа того. И у меня это получилось только спустя 3 года. Сейчас представить это себе трудно, потому что 2012 это был год развития всех YouTube-каналов. Сейчас их столько, что вы уже, скорее всего, не переплюнете современных ютуберов. Но почему бы и нет? Если у вас есть много задумок, реализаций, идей, почему бы не попробовать? Лето — это, знаете, время года возможностей. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Вы можете мало того, что отдыхать. Отдыхать летом может любой, но попробуйте отдохнуть с пользой. Вот, например, я каждое лето тупо отдыхал. Ну, это очень было глупо, потому что только в 2012 году я подумал о самореализации, опять же. То есть делать видеоролики на YouTube. И тогда меня особо и никто не смотрел, да и денег не было с видосов, это и так понятно. Но мне было приятно что-то делать, знаете, летом. Тем более на работу меня не брали, потому что у меня такой город, что я в 19 лет работу через центр занятости не нашел. Представляете, я 4 месяца ходил в центр занятости и ни разу не нашел работу. Shit happens, дамы и господа, shit happens. Поэтому вот это все, что я хотел вам рассказать в сегодняшней тематике. Честно говоря, я не особо много готовился, поэтому единственное, что я смог выделить, это 3 пункта. Летней прокрастинации, долбанные комары. И, в принципе, мне рассказать не о чем. Сейчас, конечно, идет ОГЭ, ЕГЭ, я это все знаю. Сегодня, например, экзамен по русскому. Завтра, по-моему, по математике будет базовый уровень, да? Ну, примерно, что-то типа того знаю. Вот. Тем, кто сдает, удачи. Но затем вас ждет наипрекраснейшее время года. Не знаю, летом мне всегда нравилось. У меня сейчас такое лето довольно странное в городе. Дело в том, что на улице плюс 15, поэтому я хожу вот в кофте, а не в футболке, как это обычно бывает. Вот. И поэтому приходится немного париться иногда. Когда, например, пройдешь там полчаса стабильных, а потом уже даже, честно говоря, хочешь уже снять эту кофту, несмотря на то, что ветрище, с ума сойти можно. Ну, кстати, еще одна идея, можете съездить в деревню. Так как я посрался с одним из своих родственников, благодаря которому я ездил в деревню, хотя бы помогал ему там в огороде. Ну, остается прокрастинировать дома летом. Хотя я работаю, но неважно. В любом случае, почему бы не съездить туда? Почему бы не оторваться, например, от компа хотя бы на неделю, да? Попробуйте просто протянуть неделю без интернета. Вы увидите, как это здорово. По крайней мере, если уж вам совсем будет делать нефиг, то у вас должна быть возможность уехать оттуда, только в этом случае. Потому что, например, если мне надоедало в деревне, я мог уехать. Но теперь я не езжу в деревню. Почему? У меня YouTube-канал, и поэтому каждый день я должен радовать вас новым контентом. Соответственно, для меня уехать на неделю, иди отсюда, комар, это будет слишком жестко. Ну, как я считаю. Ну вот, в общем-то, все. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Надеюсь, вы прислушаетесь к тому, что лето нужно проводить с пользой для себя. Я сейчас не говорю о физическом труде, ни в коем случае. Не напрягайте себя там или еще что-то. Делайте то, что нравится. И, возможно, в дальнейшем, как в моем случае, это хобби еще и будет вам приносить доход. Ну, я как бы это не скрываю. Вот. Но, в общем-то, все. Вот такая небольшая дискуссия у нас сегодня с вами получилась. Правда, это даже, по-моему, 10 минут не заняло. Но, в любом случае, теперь переходим к кульминации. Спектр каста, как я говорил, он будет видоизменен немного. А вот бумажка, которую я сегодня притащил. Итак, сейчас на экране в перебивку вы будете видеть то, что я снимал на протяжении почти 2 недель. Потому что почти 2 недели не было подкастов. Первый подкаст был посвящен теме ютубер и стример, профессия 21 века. Хорошо это или плохо. И в большинстве своем мне люди... Ну, впрочем, я тоже говорил то, что это вполне хорошо. Только долбанные комары меня уже в конец заколебали, поэтому, возможно, это была не очень хорошая идея прогуляться именно в лесу, поэтому... Ну ладно, тут развилка, давайте, наверное, пойдем назад уже, и я
попутно вот расскажу вам, и вы увидите на экране, что я выкладывал и когда. Итак, что было на канале за эти две недели? Начнем, конечно же, с оригинального контента. 17 мая я выложил обзор на GTA Vice City Underground. Это модификация к Vice City, которую я прошел полностью. Учитывая тот факт, что после, по-моему, 9-я или 8-я миссия крашнулась, и никаких сейвов нету, поэтому, к сожалению, пришлось отменить прохождение и закончить, на чем получится. И обзор этого всего вы можете найти у меня на канале. А 18 мая я выложил видос под названием «7 фактов о миссии «Ни слова по-русски». Честно говоря, видеоролик с миссией «Ни слова по-русски» разошелся на весь российский YouTube. Там около 200к просмотров сейчас. И я решил попробовать сделать еще немножечко контента именно по этой миссии. Вот так получилось, что видос не особо зашел. Поэтому, ну, сделал и сделал, да, его как и не было. Но можете с ним ознакомиться, если хотите. Блин, я бы вышел к железной дороге, но что-то так не хочется. 20 мая вышел видос под названием «Топ-5 сложных миссий в GTA San Andreas». И, честно говоря, видос порадовал, потому что около 600 лайков за неделю мы набрали и порядка 15 тысяч просмотров на данный момент. Поэтому, я думаю, те, кто сейчас смотрит SpectreCast, этот видос, скорее всего, посмотрели. И я выложу вторую часть сложных миссий в San Andreas, просто потому что видос зашел. 21 мая вышел второй сезон рубрики «Что будет, если в GTA Vice City?» Долгожданный ремейк, ремастерд, то, чего вы ждали. На данный момент выложено пока два видеоролика по этой серии, по этому второму сезону «Долбанные комары». И вы можете с ним ознакомиться. На данный момент вышло «Что будет, если опустить уровень воды в Vice City?» и «Что будет, если принять таблетку адреналина в Vice City?» Поэтому, если вы не смотрели, то посмотрите. 22 мая вышел Room Tour. Это видос на 60 тысяч подписчиков. Правда, он вышел на 63 тысячи. Но, как я вам обещал, я снял комнату свою, где записываю видосы, как вы и просили, как я вам и обещал. Можете ознакомиться и посмотреть, где я там спалил свое лицо. В скобочках нигде. 24 мая вышло сразу два оригинальных видоса. Это обзор фильма «Хан Соло. Звездные войны истории» и сейчас и обзор GTA Vice City на PlayStation иди отсюда, на PlayStation 2. На Хан Соло не особо много посмотрел, а вот Vice City на PS2 около 10 тысяч человек, поэтому получилось все вполне неплохо, я остался доволен. Поэтому, если кто не видел, посмотрите. И последний оригинальный контент за эти две недели, это нарезка по PlayerUnknown's Battleground, где мы с Вованом играли в новый ивент с арбалетами, и где я выложил просто рандомную нарезку из киллов. Она идет буквально 5 минут, и можете с ней ознакомиться, посмотреть, может быть, даже поугарать. Итак, теперь перейдем к менее значительной части. Это то, что было на канале за две недели неоригинального, то есть прохождение. Итак, 22 мая я закончил... Я закончил Far Cry Primal. Прохождение практически не набирало просмотров, поэтому чем быстрее я его закончил, тем лучше для меня. Собственно, вот. А уже 23 мая я закончил Half-Life 1. Как я считаю, одна из самых худших игр для меня, потому что полностью не понравилась. Не была первой, не была последней. Но оценив ее впервые в 20 лет, могу сказать, что игра мне не понравилась никак. Но при том есть полное прохождение, 6-часовое от меня. Его даже посмотрело около 1000 человек, я не знаю зачем, но тем не менее, окей. Были люди, мазохисты, которые это сделали. 25 мая я начал проходить первый Far Cry. Вот первый Far Cry уже набирает неплохое количество просмотров. Во-первых, игру я проходил не раз, поэтому никаких затупов там нет. Буквально пара смертей, и дай бог, на целое прохождение будет. Хотя там уже где-то пара смертей есть, но неважно. В любом случае, прохождение очень интересное и практически идеальное. Как будто, знаете, спизжено с канала Rusgame Tactics, к примеру. Он же там все идеально вроде проходит. Итак, и последнее... Фу, блядь, какой-то слизняк ссаный.
29 мая, то бишь сегодня, я начал проходить GTA Купянск. Долгожданную модификацию GTA San Andreas, которую я начал. Что-то наподобие Васи Города, только ранняя версия. От разработчика Александра Малкова. Надеюсь, посмотрите, надеюсь, оцените. Итак, теперь поговорим о том, что будет в эти ближайшие две недели на канале. Ну, первое, конечно же, прохождение Far Cry 1. Я его закончу, думаю, уже к концу этой недели. Полного прохождения не будет, потому что я удаляю материал с жесткого диска. Все-таки 1 терабайт это не так уж и много. Поэтому, сорян. Блин, как жалко, что я не могу убить комара, потому что руки заняты. После прохождения первого Far Cry я планирую начать Warcraft 3 Frozen Throne. Я его обещал проходить еще на 50 тысяч подписчиков. На канале как бы почти 65 тысяч, поэтому Warcraft 3 будет сразу после... наверное, уже завтра он начнется, я думаю. Завтра или послезавтра. Прохождение будет долгим, длинным и полностью наполнено ностальгией. Поэтому не пропустите, начало уже где-то завтра, послезавтра, я думаю. The Elder Scrolls 4 Oblivion я буду проходить на канал. Дело в том, что у меня есть на канале прохождение Скайрима и дополнение Dragonborn. Больше нет никакого Elder Scrolls. Но в голосовании я включал Oblivion. Поэтому Oblivion буду проходить первый раз. Потому что до этого проходил, ну, буквально пол игры, но я уже не помню, когда это было. Вот, поэтому ждите. Все будет. И буду проходить игру SWAT 4. Тактический шутер от первого лица. Одна из моих самых любимых игр детства. И с радостью туда вернусь. С радостью пройду. Это тактический шутер, как я сказал, в котором присутствует 5 человек. Вы являетесь командиром. И у вас в подчинении 4 бойца вашего отряда группы захвата. В общем, все увидите. Все буду проходить. Все на моем канале. В принципе, все. Я вам рассказал. Также не забывайте чекать стримы, которые я провожу постоянно на своем YouTube-канале. В особенности по Vice City. Я ее почти допрошел на 100%. Следующий стрим уже будет финальный по ней. То есть на 100% допройду. Не забывайте смотреть другие прохождения. Все-таки я стараюсь преподнести вам не только GTA-контент, а и просто игровой контент, чтобы вы хотя бы повеселились. И вот я уже выхожу обратно из леса. Летняя прокрастинация у меня на сегодня закончилась. И... я ухожу в цивилизацию для того, чтобы клепать для вас видосы. Точнее, монтировать. Спектр каст. Опять какая-то хрень на меня села. Вот. И поэтому, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Людей я не встретил, потому что в лесу был. Сегодня все отдыхают на работе, ну, условно говоря. Сегодня все прокрастинируют в цивилизации. С вами был Спектр. Это был второй сезон, вторая серия рубрики «Спектр Каст» на моем канале. Спасибо, что ее смотрите. Отдельное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, вы поставите палец вверх. И порекомендуйте этот видеоролик друзьям. Как бы мне было очень приятно. Мне бы было очень приятно. Продвигаемся к отметке 70 тысяч подписчиков. Сейчас на канале 64 тысячи. То есть, знаете, за две недели примерно на канал подписывается 1500 человек. И поэтому... знаете, спектр касты приурочены каждой новой тысячи подписчиков на моем канале. Поэтому вот он я. Иду, гуляю, шагаю. А вон там цивилизация. Вон дома уже, видите? Я пошел туда, друзья. Оставляю вас с мыслями и пишите что-нибудь в комменты. Я читаю абсолютно все. Всем пока.